Здравствуйте! Сегодня у нас куриная печень с луком на сковороде. Куриную печень промыть, просушить и разрезать на порционные кусочки. Растительное масло разогреть на сковороде на среднем огне. К подготовленной печеночке добавить сладкую паприку, майоран, соль и молотый перец по вкусу и тщательно перемешать. Наконец, добавить муку, еще раз перемешать и выложить кусочки печенки на разогретую сковородку. Куриную печень жарить по несколько минут с каждой стороны до образования красивой золотистой корочки. На другой сковороде разогреть немного растительного масла. Репчатый лук нарезать полукольцами, выложить на сковородку и жарить до полуготовности. Готовую куриную печень выложить в глубокую тарелку и отставить в сторонку. К обжаренному луку добавить измельченный чеснок и соевый соус и потушить до полной готовности. Выложить лук на печеночку и оставить на некоторое время в сторонку для того, чтобы перемешались вкусы и ароматы. Перед подачей куриную печень слегка перемешать с жареным луком и посыпать измельченными перьями зеленого лука. Это придаст блюду немного свежести и настроения. Подавать можно с гречкой, вареным картофелем, либо просто с любимым хлебом. Все ингредиенты в граммах в описании. Приятного аппетита!